брал на свой экран. Позвольте представить вам сегодняшних. Первых минут играют в следующем составе. Какой игры ждать при такой расстановке? Команда, я думаю, должна постоянно прессинговать и идти вперед. Гости вышли на матч. Представленная схема, вариация на тему 4-3-3. Чуть больше простора отдано на откуп фланговым игрокам. Брал на свой экран. Позвольте представить вам сегодняшних. Первых минут играют в следующем составе. Какой игры ждать при такой расстановке? Команда, я думаю, должна постоянно прессинговать и идти вперед. Гости вышли на матч. Представленная схема, вариация на тему 4-3-3. Чуть больше простора отдано на откуп фланговым игрокам. Брал на свой экран. Позвольте представить вам сегодняшних. Первых минут играют в следующем составе. Какой игры ждать при такой расстановке? Команда, я думаю, должна постоянно прессинговать и идти вперед. Гости вышли на матч. Представленная схема, вариация на тему 4-3-3. Чуть больше простора отдано на откуп фланговым игрокам. Брал на свой экран. Позвольте представить вам сегодняшних. Первых минут играют в следующем составе. Какой игры ждать при такой расстановке? Команда, я думаю, должна постоянно прессинговать и идти вперед. Гости вышли на матч. Представленная схема, вариация на тему 4-3-3. Чуть больше простора отдано на откуп фланговым игрокам. Брал на свой экран. Позвольте представить вам сегодняшних. Первых минут играют в следующем составе. Какой игры ждать при такой расстановке? Команда, я думаю, должна постоянно прессинговать и идти вперед. Гости вышли на матч. Представленная схема, вариация на тему 4-3-3. Чуть больше простора отдано на откуп фланговым игрокам. Брал на свой экран. Позвольте представить вам сегодняшних. Первых минут играют в следующем составе. Какой игры ждать при такой расстановке? Команда, я думаю, должна постоянно прессинговать и идти вперед. Гости вышли на матч. Представленная схема, вариация на тему 4-3-3. Чуть больше простора отдано на откуп фланговым игрокам. Брал на свой экран. Позвольте представить вам сегодняшних. Первых минут играют в следующем составе. Какой игры ждать при такой расстановке? Команда, я думаю, должна постоянно прессинговать и идти вперед. Гости вышли на матч. Представленная схема, вариация на тему 4-3-3. Чуть больше простора отдано на откуп фланговым игрокам. Брал на свой экран. Позвольте представить вам сегодняшних. Первых минут играют в следующем составе. Какой игры ждать при такой расстановке? Команда, я думаю, должна постоянно прессинговать и идти вперед. Гости вышли на матч. Представленная схема, вариация на тему 4-3-3. Чуть больше простора отдано на откуп фланговым игрокам. Брал на свой экран. Позвольте представить вам сегодняшних. Первых минут играют в следующем составе. Какой игры ждать при такой расстановке? Команда, я думаю, должна постоянно прессинговать и идти вперед. Гости вышли на матч. Представленная схема, вариация на тему 4-3-3.
Чуть больше простора отдано на откуп фланговым игрокам. Не получилось мяч сохранить. Первых минут играют в следующем составе. Какой игры ждать при такой расстановке? Команда, я думаю, должна постоянно прессинговать и идти вперед. Гости вышли на матч. Представленная схема, вариация на тему 4-3-3. Чуть больше простора отдано на откуп фланговым игрокам. Брал нас у экранов. Позвольте представить вам сегодняшних. Первых минут играют в следующем составе. Какой игры ждать при такой расстановке? Команда, я думаю, должна постоянно прессинговать и идти вперед. Гости вышли на матч. Представленная схема, вариация на тему 4-3-3. Чуть больше простора отдано на откуп фланговым игрокам. Брал нас у экранов. Позвольте представить вам сегодняшних. Первых минут играют в следующем составе. Какой игры ждать при такой расстановке? Команда, я думаю, должна постоянно прессинговать и идти вперед. Не получилось мяч сохранить. Гости вышли на матч. Представленная схема, вариация на тему 4-3-3. Чуть больше простора отдано на откуп фланговым игрокам. Брал нас у экранов. Позвольте представить вам сегодняшних. Первых минут играют в следующем составе. Какой игры ждать при такой расстановке? Команда, я думаю, должна постоянно прессинговать и идти вперед. Гости вышли на матч. Представленная схема, вариация на тему 4-3-3. Чуть больше простора отдано на откуп фланговым игрокам. Брал нас у экранов. Позвольте представить вам сегодняшних. Первых минут играют в следующем составе. Какой игры ждать при такой расстановке? Команда, я думаю, должна постоянно прессинговать и идти вперед. Гости вышли на матч. Представленная схема, вариация на тему 4-3-3. Чуть больше простора отдано на откуп фланговым игрокам. Гости вышли на матч. Представленная схема, вариация на тему 4-3-3. Чуть больше простора отдано на откуп фланговым игрокам. Брал нас у экранов. Позвольте представить вам сегодняшних. Первых минут играют в следующем составе. Какой игры ждать при такой расстановке? Команда, я думаю, должна постоянно прессинговать и идти вперед. Гости вышли на матч. Представленная схема, вариация на тему 4-3-3. Чуть больше простора отдано на откуп фланговым игрокам. Брал нас у экранов. Позвольте представить вам сегодняшних. Первых минут играют в следующем составе. Какой игры ждать при такой расстановке? Команда, я думаю, должна постоянно прессинговать и идти вперед. Гости вышли на матч. Представленная схема, вариация на тему 4-3-3. Чуть больше простора отдано на откуп фланговым игрокам. Гости вышли на матч. Представленная схема, вариация на тему 4-3-3. Чуть больше простора отдано на откуп фланговым игрокам. Брал нас у экранов. Позвольте представить вам сегодняшний...